К участию принимаются короткие видеоролики в пяти номинациях. Во всех должна быть отражена курортная привлекательность региона. Свои работы могут присылать граждане России, в том числе блогеры, старше 18 лет, имеющие персональные сайты или страницы сайтов в сети интернет. Участие в конкурсе бесплатное. Заявки принимаются до 30 сентября 2017 года. Победители будут награждены дипломами Министерства курортов региона. Также авторы лучших видеороликов будут приглашены к участию в информационном Турах, а их работы представят в социальных сетях и на конгрессно-выставочных презентационных мероприятиях края. Подробная информация на сайте Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.